Собираем, идем в бассейн прыгать. Артура, ты читаешь директ? Да, читаю, но не всем отвечаю. Если что-то отдельное или вы хотите прийти на проект, конечно, я пообщаюсь с вами. Все залетаем на проект, но не каждый. Привет, ребятки, привет. Пять мультов. Ромашов с Кристиной? Вроде да. А, Максим, открой рост. А. Противный морги, я так и знал. Мама тоже так говорит. Максим, скучаешь по Клаве? Нет. Артур, Клара, еще 6 присоединились. Смотри, смотри, нам предлагают 200 человек в бассейн. Нет, 200 человек мы не будем прыгать. Бомба. И снизу вот эти, поняла? Маленькие. Может, 250? Чтобы как вот здесь. Стой, стой, тихо. Давай 200. Я вам больше скажу, мы сидим в одной комнате. Задавайте вопросики, мы на все ответим. Нам просто привет, из Ростова, привет, я там служил. Привет, служил. А у парня хохрянский говор, я есть хохол, поэтому мой хохрянский говор. Вы через стенку сидите, вон он лежит. Где-то там. Шо? Говорят, больше 200 наберем. Ну, наберем, сейчас посидим, как 8, наберем. Опять защику возьмем, как всегда. Почему Кристина сказала в прямом эфире, что больше никогда не будет с Ромашовым? Не знаю. Значит, не будет, рассказала. Ну а вы верите? Мне 21 год, я уже старый пес. Так, это нормально, это наши. Артур, нравится Маша Ли? Разговор окончен моментально, она вот рядом сидит. А сейчас я по голове не буду. У них симпатия. Ответь на вопрос. Нет. Нет, не нравится. Морген, что по спору? Отвечаю, Бабич не смог выиграть, и я не смог выиграть. Бабич расстался за 4 дня до того, как мог выиграть 100 тысяч. Сало любишь, люблю. Там ровненько, я просто не вижу. Хорошо. Ждете новые лица? Я жду. Я не очень. Спасибо тебе большое. Спасибо огромное. 1000 людей в эфире, и пусть Маша сосется с Должанским. Да. Договорились. Да, будешь сосаться. Ты будешь сосаться. Нормально. Будешь сосаться. Нормально. 1000 человек, ты будешь сосаться. Договорились. Пойдет, нормально. Сосется в бассейне. Сосется в бассейне. Да. Все, договорились. Артур, какие девочки нравятся? Напиши мне директ, я тебе скажу, мой типаж или нет. Я ее пригласила. Кто идет? Наверное, Оля будет. Да, когда я вижу, что была нет, пока я вижу общающихся людей. Согласны. Что там? Мы сейчас спать недолго. У Моргена грандиозные планы в жизни, а не просто на проекте. Буду везде себя пробовать. А что все смс Моргену? Можете мне что-нибудь написать, пожалуйста? У меня есть симпатия ко всем. Должанский ходит и думает, чтобы спиздить. Он уже лифчики с прокладками один раз пиздил. Вот так. Когда этого пенсионера уже выгонят, не обзывайте. Маша Ли достойна Должанского. Слушайте вы, комментаторы хер. Вот, что, слышите? Опа, опа, ссоры пошли. Артур, ты лучше, спасибо. Артур, красавец, спасибо. Колхозник, покажи язык, я уже собака чушу. Хорошенькие такие, спасибо. Делайте скрины. Артур, тут тебе вообще комплименты сыпятся. Тебе пора на проект. Скоро, кстати, 200 человек. Если еще 250 будет, в бассейн нырнем. Нормальная тема. На 500? На 500 человек прыгаем в бассейн? На 250. А, ну давай. Реально? Давай, пофиг. Давай, пофиг. Приглашайте друзей на 250, идем в бассейн прыгать. Что-то они это вверх пошли. Плохо.
Блин, сейчас реально сделаю, слышишь? Слышко, о, кто-то кого-то хочет. Макс, хочу к тебе, написали. Хочу тебя. Вот в женской спальне, да. Гля, 184, еще 70, и мы идем прыгать. Ну хоть покажи мизинец на левой ноге или пятку. Могу вот ногу показать. Я после футбола носочек грязный чуть-чуть. Я просто только с футбола пришел. Уверен, что прыгните в бассейн? Если мы за базар все отвечаем. Да, у нас, он, ты же мэр, а я просто могу. О, драчуня в черном халате, а кто драчуня? А-а-а, согласен. Артур красивый, почти большой, это на экране, живое чмо. Что? Что спросить у подписчиков? Ты не хочешь? Ты хочешь на тренинг спортить, Данныч? Слышишь, где мой шампунь? Спасибо. Мужской покажи тебе прямо на сушилке. Прости как меня, пожалуйста. Пищу, прости спасибо. Меня, женщина. Артур, что там? Спасибо. Что-то не набирается 250 товарищей. Что-то вы не особо хотите, да, чтобы мы пойти в басик окунуться? Мы вам запишем все. Пятку, блядь. Вон моя пятка. Что по поводу Малстроя думаешь? Ну, не знаю. Такой себе. Джордан свободен, приходим. Советский на связи. Морин, ты любишь кого-то? Я люблю много кого. А вот ну-ка, по вашему мнению, с кем бы я круче всех смотрелся? К сожалению, ребят, не отвечайте, я блава. Позовите Марсиал. Мусора, смывай все в туалет. Что есть, все порошки давай. Артур, блондинки или брюнетки, неважно. Совершенно неважно, какой цвет волос. Ребята, блава, мусора. Артурчик, как тебе после армии в дурдом? Что дурдом называете? Нормально, все хорошо. Макс, Саня, будет? Не будет, пишут, 100%. Максим, не будет, Саня, 200%. Ну, кто сомневался? На все бегает, я не могу. Гоните Марсу, куда? Колхозник, а что ты не мутишь ни с кем? Такой лапа. А я карта тройка просто. Ко мне много пишут, но ко мне никто пока не приходит. Не знаю, чем это связано. Колесников умер, по соболезную. Минут молчания давай. Артур, сколько тебе лет? 23 года мне. Я бы с Должанским круто смотрелся. Макс, 190, Макс. Че 90? 190. Плачевно. Еще 60 и бассейн. Да. Ань, ты. А где мой телефон? Иди сюда. Где мой телефон? Меня кто-то любит. Посыти на экран, как члену. Что вы такое пишете, ё-моё? Это такое? Макс. Заболейте после бассейна. Мы ради подписчиков готовы на все. Надо всех. Артур, ты очень классный, мне 21 возраст, не важен. 21 возраст. Ты круто смотришься с Машей, Артур. Сли? Вы что, с меня орете всей толпой? Камаш Али. Что главное в девушке? Дом 2 ТНТ тебя спрашиваю. Артур, а ты давно на проекте? Восьмой год пошел. 8 лет. Я с Ебаровым заходил еще. Анютка, что-то тебя тут... Не, месяцок, я месяц на проекте. Именно Дом 2 это. Где хедлайнер? Где-то вот. Зашла бы к тебе, Артур. Так вы не пишите, вы приходите. Нью. Покажите Анастасию Балтер. Я не буду. Я тем более. Спасибо. Не за что. Знаете, что просто Анастасия Балтер влезла в кадр, надо отойти к бассейну. А как бы не хочется. Анька пишет, не буду я с тобой, короче, извини. Хорошо. Не, обними Аню, обними Аню. Это кому адресуется? Аня и Макс лучшие. Спасибо. Аня морозится. Пишет. Настя Балтер топовая участница. Я пошутил, такого не было. Вживую все за БС. Не, я вживую другой. Артур, у тебя еблет в камеру не помещается. Сейчас, ой. Мадам, ты лучше. Спасибо. Это не я сказал. Но ты так читаешь. Я? Конечно. Ну, Алена Свиридова, ты почему выбрал девушку такую, Морген? Ты Алена Свиридова? Что? Аньку раз это... Аню выгоните, она фуфло. Мне пишет Макс, а как же Валик? Она какая хорошая, же? Не обижайте Аню. Вы дебилы?
Не знаю. Да. Мадам вечно ноет. Артур, тебя с колонн идет. Ну, так мне захотелось. Артур идет с колонн. Да, это было бы что-то с чем-то, конечно. Анька, меня просит, чтобы я тебя обнял. Ну, давай лучше ты. Все, это Маша Ли прошла. Это кисочки сольем, мань. Аня, что? Подожди. Ну что ты? Баби, слушай, ребят, баби. Алена Свиридова, это кто такая Алена Свиридова? Артур, есть два стула, на одном хуй, на другом пика. На какой сядешь, на какой максимум посадишь? Спасибо. Давай. Все, дальше общайтесь. Я не буду цветить. А ты там не было? Тюремные, вы что, гоните? Просто Артура дразни. Гоните Ли оттуда. Ли, иди домой. Выхожу уже, выхожу. Пару слов для потомков. Маша Ли, у вас оказывается... Маша Ли, у вас оказывается фанаты были. Какая у вас Артуна были? Мадам, ты что такая обезьяна? Чтобы от нее, почему я такая? Ты про что? Артур, скажи ссылку в инсте. Так вот я вот... Артур, есть два стула. На одном Балтер, на другом Ли. На какой сам сядешь, на какого Моргена посадят? Артурик. Куда меня посадят? Я на Машу Лита засяду, хуй с ним. Мадам Куйня. Да, Куйня, мадам Куйня. Спасибо. За то самое красивое. Спасибо за мнение. За то самое красивое. Садишь в клику? Проходи. Я так долго не смогу держать руку. Чё-чё? Всё, просто у нас новые участники, мы не можем вас покатать. Артурик, блин. Аня, не слушай никого, говорят, умников много, а я один. С Анькой Ли стало интереснее смотреть. С Машей Ли стало интереснее смотреть Маше. Артур из колонн огонь. Что вы начинаете? Давайте прекращайте. А чё ты с колонн присмотрись? Сука, Морген, ты не лезь хоть в это всё. А почему нет? Давай-ка обсудим, это интересно. Давай обсудим, конечно. Почему не с... Бенсу меня Марсиалу обсудил уже на ББ, спасибо. Почему не с колонн? Она свободная. Что, тебе не нравится внешне? Морген, а почему не с колонн? Скажи, пожалуйста. Потому что иди сюда. Иди, показать должен, что меня добьют. Я знаю, что Анька Мадан как бы тебя смущает. А-а-а. 250 не наберете. Ну давайте 200, ладно. Нет. 210, давайте, 210. Но вил как поросло сразу. Сколько реклама у вас стоит? В описании профиля есть ссылочка, можете позвонить, спросить. Да. Колонный Артур очень. Так, товарищи, давайте прекращаем все дружно писать про колонный Артура и Николай. 50 осталось. А? 50, уже не 50, почти 50 осталось. Когда кастинг? Кастинг идет всегда, просто заходы в понедельник. Да, но боже. Я рада, что вы вспоминаете Бога, когда видите смотри, меня. Смотри, чтоб я тебя это... Все, 200 пишет. Нет, 210 надо. Анька, ты 100% вариант. Артур, давай. Для тебя важно прошлое девушка? Нет, поэтому прошлое у меня так разное. Поэтому, да, поэтому я уже подрачиваю. Гадостями там балуетесь? Что значит гадости? Аня и Макс самые красивые. Мне фартануло. Мадан – это идол красоты. Обожаю этих людей. 210, мы идем в бассейн, все. Блять, осталось 8 человек, ты че? Дурак, что ли? Ну ладно, убавляются, хорошо. Давай, ребят, выходим. Там холодно. 200, все нормально, не наберу 210. Почему вы в разных комнатах? Дишка, мы в одной комнате. Ромашов будет драться с Бабичем за Катю. Артур, про прошлое, например, экскорт. Не знаю, не приветствуется. Мадан, я не буду такое читать. Мадан хороший человек. А я читала, ёбичное лесное. Спасибо за мнение. Это мое чудовище. Осталось 20 человек, и мы идем в бассейн. Артур, что самое важное в девушках? В характере важны, чтобы не было лицемерки, а была честной. Ну, похуй-то, а пусть изменяет, да? Передаю привет своему отчаянному фанату Алексею Лиферовичу.
Ты меня недостойна. Аня меня недостойна. Пойду поломаюсь еще. Артур, хочешь топ? Что? Тол? Что такое тол? Аню от боксерши, говорят, защищать. На самом деле очень страшно. Что вы подкидываете, а? Сегодня мне обосновали очень круто. Артурик, сегодня был на лобном, когда мне очень круто обосновали понятие любовь Ивана с Аней. То, что когда любишь, отдашь жизнь, а когда нет, то не отдашь. Я им привожу пример. Я еще Аньку не люблю, и я иду... Мы про другое. Нет, тихо. Стоп, вы маленькие, вы не понимаете. Артур, присмотрись к Кристине. Какой Кристине? Бухенбалта? И любовь. Это две разные вещи. Но мы сказали, что если любишь, то ты готов отдать свою жизнь ради своего любимого человека. Он такой пример дал. Типа, если мы там где-то в переулке встречаемся с какими-нибудь бандюганами, они начинают там поножовщину, то типа, Морген, что ты должен? Что, я должен? Если я тебя еще не люблю, сказать, пацаны, режьте, я пошел? Нет. Это... Как нет? Ну, я вот жизнь тебя не отдам. Подожди, в этой потасовке нас могут... Так, Бухенбалт, ты, товарищ, понимаете, что это невозможно? В смысле, вот, понимаешь, вот... Очень разного типажа, ей нужен парень намного... Да, может, я характером обидишься, но внешне не покажешься. Ты можешь отдать свою жизнь ради другого. Это, например, почка, печень, сердце и так далее, чтобы твой любимый человек жил дальше. А так как ты в поножовщине можешь умереть, и ты, и твой любимый человек, это две разные вещи. Все равно тебя найдут и убьют. Если он держится очень, как киваете. Я в столе. Почему не принимаешь прямой эфир? Потому что участники только могут друг с другом сидеть. Артур, выходи, заходи. Говорят, новенькую жилку. Да не возьму этот, если снимите макияж. Сейчас. О, она уже другим. Артур, борода растет, да, чуть-чуть. Она сказала на эфире, что ты очень хороший, милый человек. Мне тоже Кристина нравится по характерам. И, ну, извините. Анька, ты уже с другим, удачи, все. Артур, тебе... такой красивый, спасибо. Забирай свои игрушки и не писай мой горшок, все. Морген, давай сейчас 175, если 200 будет, пойдем в басик. Нет, 210, и так ставку понизили. 210, ну давай. Боже, какие вы тупые, те, которые меня не любят, идите в жопу, понятно, не надо мне завидовать. Конечно, не надо и завидовать, у него такой бойфренд. Морген выиграл сотку? Нет. Конечно, меня. Парни, не Аня, у тебя рот как у клоуна. Как у кого? Как у клоуна. Ой, мы его каждый день наблюдаем. Anna to face the Rusine. Это что-то на молдавском, да? Что? Вот что-то написали. Сейчас Anna, ну... Вот. Anna, ну, te face the Rusine. Ой, ворог фрумос, десни ли не штим? Давайте я бой клей, блядь! 197, товарищ, 16 человек будет в бассейне. Видишь, поклевку привезли. Все, пока. Куда пошла? Нет, 210, товарищ. Вы можете это организовать, я думаю, если вам интересно. Но я ж тебя еще не выгнал. Будь попроще, кто? Ванечка! Я не выдерживаю такого. У меня психика очень-очень слабая. Аня, ты на Свиридову похожа, пишет. Я вот прямо сейчас забираю все свои манатки, которые я привезла с собой, и ухожу с проекта. Вы этого добились. До свидания. Добавить в профиле? Что именно? Не пойдете в бассейн, все меньше и меньше. Почему? А что ты вышел? Морген задолбался. Блин, Артур, ты красивый, спасибо большое. Ладно, всем спасибочки за просмотр, всем удачи, всем пока.